рады приветствовать каждого из вас в церкви Филадельфия. На этом месте мы прославляем имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа, имя живое, имя целительное. Имя Иисуса Христа, имя нашего победителя. Пойте вместе с нами, поклоняйтесь вместе с нами. Наш Господь достоин хвалы. Сердце вторит, хвалу возносит, ты мой Господь один. Время вышло, стремимся в небо, там наш дом. Не могу я сдержать хвалу, что сердце вторит, не устану я ждать и восклицать. Победитель мой, все, что нужно мне, нахожу в тебе. Победителя, и эту победу Он приносит тебе и мне. Победу приносит тогда, когда мы склоняем свои колени и приглашаем Его в свое сердце. Ничего дороже, чем видеть тебя и восклицать, нет никого сильнее. Услышать тебя, знаю благодать твою.
псалмопевец Давид общался со своей душой и говорит: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Что унываешь ты, душа моя? У тебя такой великий Бог, всемогущий. Для Него нет ничего невозможного. Почему ты унываешь? Поднимайся над своими проблемами. Славь Бога, восклицай. Поднимайся над всеми несгодами, над всеми своими вопросами. Поднимайся ближе к Богу. И воспари, воспари над землей. И Бог благословит, если ты будешь восклицать и радоваться в Боге твоем. Достоин поклонения. Сегодня в этот день является международным днем молитвы за израильский народ. От Израиля, от евреев родился Господь Иисус Христос. Бог избрал евреев, избрал израильский народ для того, чтобы в свое время они представляли Бога другим нациям, другим народам. Сегодня есть церковь Господа Иисуса Христа на этой земле. И мы, как церковь, призваны благословлять Иерусалим, молиться за Израиль, молиться за евреев, благословлять их. Библия призывает нас к этому, и те, кто благословляют Израиль, благословены Господом. Те, кто злословят, ругаются, пожнут плоды такого отношения. Библия призывает нас, чтобы мы молились за Иерусалим, молились за мир Иерусалима. Бог не отверг их. И если они оставлены на время, оставлены для того, чтобы мы, те, которые из язычников, те, которые из других народов, смогли обратиться к Христу, смогли познать Иисуса Христа, смогли веровать в Христа, также быть спасенными Иисусом Христом. Но придет день, придет час, когда они воззовут, когда они признают в Иисусе Христе Мессию, Спасителя. И вместе с Израилем, Церковь и Израиль наследуют Царство Божье. И мы, как Церковь Иисуса Христа, родственные с евреями, с израильским народом, тем, что один Господь, один Спаситель и Мессия у нас, призваны благословлять их, призваны молиться за них, молиться за мир Иерусалима. И так как сегодня весь христианский мир, сегодня всемирный день
молитвы за израильский народ, я приглашаю вас. Давайте в молитве сейчас придем к Богу, прося у Бога, чтобы Господь благословил Израиль, чтобы Господь благословил евреев, благословил этот особенный народ, выбранный Богом народ, Отец Небесный. Мы благословляем Тебя. Господь и Бог наш, мы поклоняемся имени Твоему Святому. Мы благодарны Тебе, Иисус, за милость Твою. Благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты пришел в этот мир. И для того, чтобы прийти в этот мир, родиться, быть здесь, представить людям Бога, Ты избрал израильский народ. Ты родился в семье евреев, и я благодарю Тебя, Отец, за то, что сегодня Ты принес правильное понимание, здравое понимание. И тогда, когда многие люди смеются, ругаются, злословят, скверно словят, Боже, Ты даешь нам понять, Ты призываешь нас к тому, чтобы мы благословляли Твой народ, Тобой избранный народ. Иисус, я прошу и молю Тебя, благослови израильский народ, благослови каждого еврея, благослови Иерусалим и дай мира Иерусалиму. Господь, мы благословляем их, Господь, мы благодарим за них, благодарим за, Господь, за то, что Ты избрал их, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты не отверг их, благодарим Тебя, Господь, за то, что через них пришло спасение к нам, и мы оправданы и прощены, и зная, Господь, что придет день, настанет день, когда они воззовут к Тебе, когда в Тебе, Иисус, они признают Тебя, Иисус, как Спасителя, как Мессию, как Христа, как Того, в Котором прощение и спасение. Отец, я прошу и молю Тебя сейчас, чтобы Ты благословил израильский народ, чтобы Ты благословил Иерусалим, чтобы Ты дал им мир, Господь, оградил от зла, оградил, Господь, от злонамеренных людей, народов, которые причиняют сегодня вред. Я прошу Тебя, Господь, останови. Молю и прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил их. Молю и прошу Тебя, Господь, чтобы Ты послал мир Твой, чтобы Твоя благодать, чтобы Твое благословение, чтобы Твоя милость прибыла над ними, прибыла с ними. Господь, веди, управляй, Господь, пусть Твоя благодать, пусть Твоя милость действует в их жизнях, в их сердцах, в их народе, в этом народе. Отец, благослови. Благодарим Тебя, Иисус. Мы благословляем Тебя, Иисус. Мы присоединяемся, Господь, в этот день, Господь, тогда, когда весь христианский мир, все христиане молятся и благословляют Израиль. Мы соединяемся в молитве, благословляя израильский народ, понимая, Господь, что от них, Иисус, Ты пришел. Понимая, Иисус, что Ты избрал их. Понимая, что Ты не отверг их, а также приемлешь. И я прошу Тебя, Отец, благослови. Господь, дай нам иметь это правильное понимание, всегда благословлять их, молиться за их мир, за их благополучие. Прошу Тебя, Отец, дай нам, Господь, это понимание. Благослови израильский народ, и мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя, Отец. Мы превозносим Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе, всемогущий Бог. Тебе честь, Тебе слава, Иисус.
прославляем Тебя. Ты так нужен нам, Господь. Ты так нужен нам. Вся слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Поклоняюсь Тебе. Поклоняюсь Тебе. Поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен. Любишь нас. Аминь. Слава Господу! Богу поклоняемся, Его превозносим, Ему возносим честь и славу тому, который воскрес из мертвых, тому, который воссел одесную по правую сторону Отца, Бога, тот, который ходатайствует за нас. И тогда, когда у нас есть трудности в жизни нашей, тогда, когда мы проходим через тяжелые моменты, тогда, когда мы находимся в болезни, в тупиковых ситуациях и не знаем, как дальше, как быть, где найти помощь и решение, мы знаем, что Иисус, тот, который воскрес из мертвых, тот, который воссел одесную Отца, Он отвечает на наши молитвы. Пред Отцом стоит и ходатайствует, или же просит Отца о нас. Мы просим Иисуса, и Иисус, в свою очередь, просит Отца, чтобы Отец благословил, чтобы Отец принес решение. И наш Отец Небесный, Он является любящим Отцом. И так, как мы говорили, Он принимает каждого человека, Он любит каждого человека, Он видит ценность в каждом человеке, и Он тот, который желает помочь каждому человеку. И если сейчас ты находишься в нужде, ты проходишь через тяжелый период в жизни своей, ты находишься именно в этой тупиковой ситуации, не знаешь, как дальше, я приглашаю тебя пройти сюда вперед, склонить свои колени пред Богом, пред тем, который слышит наши молитвы, пред тем, который отвечает на наши молитвы. Пройди сюда вперед, склони свои колени пред Богом. Если не можешь склонить колени, оставайся стоя, пройди вперед. И мы те, которые находимся здесь, видя тебя здесь впереди, мы будем молиться, прося у Бога за тебя, прося у Бога, чтобы и тебя благословил, и твою нужду, в твоей нужде принес тебе решение, чтобы и твою нужду услышал, восполнил. Мы будем продолжать молиться за Елену Писареву, Кристиан Барбосу, Надежду Фомину, чтобы Господь исцелил, чтобы Бог принес решение и ответ в их нужде, в их ситуации. Продолжаем молиться за заложников в Афганистане, чтобы Господь освободил наших соотечественников, чтобы они вернулись в семьи, вернулись к женам, к матерям, к детям. Об этом будем просить Господа. Будем продолжать молиться за Дмитрия Маленького, который является миссионером в Кении, в Африке. Будем просить, чтобы Бог благословил его, сохранил от болезни, употребил в спасении, в оказании помощи многим людям, которые еще не знают Христа там, которые находятся. Давайте эти нужды принесем Богу. Богу скажем в молитве, чтобы Господь дал нам решение, ответ. Отец, мы просим Тебя, мы молим, Господь, Тебя, мы возносим к Тебе, Христос, наши молитвы. Иисус, благодарим Тебя. Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты оставил небеса. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что каждый из нас дорог Тебе. Благодарим, Иисус, за то, что Ты любишь каждого из нас. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты понимаешь каждого из нас. Ты видишь каждого, Ты слышишь каждого, Ты отвечаешь на нужду каждого. Я благодарю Тебя за Твою безграничную любовь.
Благодарю Тебя за Твою милость и заботу. Благодарю Тебя за благодать Твою. Благодарю Тебя, Господь, за то, что по милости Твоей, по Твоей благодати сегодня мы собраны здесь. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты есть Тот, Который отвечаешь нам на наши молитвы. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты восполняешь наши нужды. Ты сильный Бог. Ты славный Бог, и я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты отвечаешь, за то, что Ты исцеляешь, за то, что Ты освобождаешь, за то, что Ты прощаешь, за то, что Ты поднимаешь, за то, что Ты даешь силы встать, помогаешь идти дальше, Господь, и в тех ситуациях, где не видим просвета, в тех ситуациях тупиковых, не зная, куда пойти, как быть, я благодарю Тебя за то, что у Тебя есть будущее для нас. Я благодарю Тебя за то, что у Тебя есть ведение для каждого из нас. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты есть Бог многомилостивый, за то, что Ты есть Бог любящий и милующий нас. Господь, Тебе слава! Господь, Тебе слава! Благодарю Тебя за то, что Ты любишь и прощаешь. Благодарю Тебя за то, что Ты поднимаешь и восстанавливаешь, укрепляешь. Господь, да будет имя Твое благословенно. Да будет имя Твое возвеличено в этих нуждах, которые есть у нас. Я прошу Тебя за каждого, кто склонил свои колени пред Тобою, за каждого, кто преклонил свое сердце пред Тобою, Иисус, пред Тобою. Потому что, Господь, никто и ничто не сравнится с Тобою. Ты великий Бог. Ты сильный Бог, Ты славный Бог, Ты всемогущий Бог. Я прошу Тебя, Иисус, я прошу Тебя, Отец, я прошу Тебя, Дух Святой, касайся сердец, восстанавливай. Прошу Тебя, Господь, дай помощь, дай решение, дай ответ в нужде, Господь, которых ожидаем, Господь, которых находимся, и в этих нуждах ожидаем Твоей помощи, ожидаем ответа, ожидаем милости, ожидаем благословения, ожидаем решения. Я прошу Тебя, Отец, являй милость Свою. Господь, дай помощь Свою, прошу Тебя, Отец, не оставь ни одного в нужде. Молю Тебя, Господь, чтобы Ты укрепил. Молю Тебя, Господь, чтобы Ты дал силы, чтобы Ты помог, Господь, и помог нам идти дальше, помог нам возлагать наши нужды на Тебя, надеяться на Тебя, веровать в Тебя, Боже, доверять Тебе до конца, зная, что Ты есть Бог, зная, что Ты одержал победу на кресте, зная, что Ты не оставляешь, зная, что Ты ведешь дальше. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты прощаешь нам грехи наши. Благодарю Тебя за то, что Ты исцеляешь недуги наши. Благодарю Тебя за то, что у Тебя есть будущее, есть надежда для нас. Благодарю Тебя за вечность. Благодарю Тебя за будущее с Тобою. Отец, да будет имя Твое возвеличено. Бог наш, да будет имя Твое прославлено в нашей жизни, в наших сердцах. Господь, наполняй сердца наши Духом Святым. Господь, прикасайся Духом Святым. Боже, посети присутствием Своим. Боже, дай нам обновляться в силе Твоей, Господь. Прошу Тебя, благослови и действуй в нас. Действуй, Господь, Духом Святым. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Бог наш, Ты нужен нам. Мы не представляем жизнь без Тебя. Боже, наша жизнь в Тебе, Господь. Мы полагаемся на Тебя, мы нуждаемся в Тебе. Господь, мы зависим от Тебя, и я прошу Тебя, Христос, дай нам, Господь, всегда, Боже, искать решение и помощи в Тебе. Всегда, Господь, полагаться на Тебя и веровать в Тебя. Пусть ничто не усомнит, пусть ничто не поколеблет веру нашу. Но дай нам, Господь, быть твердыми и непоколебимыми, уповая на Тебя и полагаясь на Тебя во всем. Отец, я благодарю Тебя. Господь, я благословляю имя Твое. Ты благ, Ты многомилостив, Ты есть Бог любящий и заботящийся о нас. Да будет имя Твое возвеличено, да будет имя Твое прославлено. Ты достоин, Отец, чести. Ты достоин, Отец, славы, достоин поклонения. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Господу! Я приглашаю вас, пожалуйста, пройдите на свои места, пройдите в зал, присаживайтесь. Особым образом я хотел бы поприветствовать людей, которые сегодня в первый раз в церкви Филадельфии. Давайте мы поприветствуем наших гостей. Поаплодируем тем, кто сегодня в первый раз. Мы рады видеть вас. Мы рады, что вы избрали в этот воскресный день быть вместе с нами. Пусть Бог благословит вас.
дальнейшем на мониторе мы сможем просмотреть новости из жизни церкви Филадельфии. Участвуй в курсе личного развития, который проводится 4 воскресенья подряд, начиная с первого воскресенья каждого месяца. 4 сессии будут проходить каждое воскресенье с 15:00 до 16:30. Вы узнаете, как организована и функционирует Церковь Филадельфия. Сможете сформулировать здоровые убеждения, раскрыть свой потенциал и вовлечься в одну из команд мечты нашей Церкви. 15 октября. Приходи и наполнись вдохновением в День музыки. Время для поклонения, сюрпризы и особенные гости. Ждем вас вместе с вашей семьей и друзьями. Под покровом Всевышнего жили вы, чтобы любили и были любимыми. Молодежь приглашена на Motion Night. Четверг, 12 октября, 18:30. Приходи и пригласи своих друзей. Дмитрий Маленький, миссионер из нашей церкви, продолжает проповедовать об Иисусе в Кении, в Африке. На этой неделе он преподает о сексуальной морали подросткам из приюта, продолжает работу с детьми улиц, также участвовал в постройке приюта в Кокамеге. Вместе с Тигрой и Либаном, двумя братьями из приюта, которым 4 и 5 лет, он поехал на север страны, чтобы эти детки смогли увидеть своих родных. Местность родных племен этих детей находится в 14 часах от приюта в пустыне. На этой неделе началась евангелизация и проект об интеграции в общество детей улиц. Этих детей сложно собрать вместе, так как их ловит полиция, их бьют за беспорядки, организованные ими. Многие из них – токсикоманы. Помолимся о детях улиц в Кокамеге, за детей из приюта и их родных. Господь да изменит их жизни. Помолимся за выборы в Кении. Прошлые выборы закончились ранеными и жертвами. Также помолимся за защиту миссионеров и помазание Духом Святым. Сегодня особенный день в Церкви Филадельфии и является особенным тем, что мы объявляем сегодня старт, начало осенне-зимнего сезона групп ученичества. Благодарны Господу за 1765 человек, которые записались, вовлеклись в процесс ученичества, записались в группы ученичества. Благодарны Господу за 137 групп ученичества, эти группы, в которых люди будут учиться читать Библию или же будут разделять свои мнения, свои откровения с другими людьми, которые будут находиться в группе вместе с ними, будут отвечать на вопросы, задавать вопросы. И сегодня, как в качестве бонуса, сегодня есть возможность записаться в группу ученичества. Рассматривая сегодняшнее воскресное служение, мы говорили о том, что в прошлое воскресенье должно было быть последним воскресеньем, в котором возможно было записаться в группу ученичества, но в качестве бонуса, в качестве желания помочь тем людям, кто не успел еще записаться в группу ученичества, мы предоставили в качестве исключения это воскресное собрание в холле. На первом этаже есть еще списки, есть еще группы, в которые вы можете записаться. Это последнее воскресенье. Начиная с этого воскресенья, на протяжении следующей недели и на протяжении 3 месяцев, октябрь, ноябрь, декабрь, 12 встреч из Церкви Филадельфии, братья и сестры, лидеры, верующие люди, желающие возрастать духовно, будут собираться один раз в неделю на 1.5 часа, 2 часа для изучения Библии, для общения, для того, чтобы иметь здравые взаимоотношения в Церкви Филадельфии. В дальнейшем я желаю, чтобы мы помолились Господу о том, чтобы Господь благословил начало нового сезона групп ученичества. И я хотел бы пригласить сюда вперед, чтобы прошли лидеры групп ученичества, те, которые возглавят осенний сезон, осенне-зимний сезон групп ученичества. Пожалуйста, лидеры, братья и сестры, те из вас, которые будете руководить одной из групп ученичества, пожалуйста, пройдите сюда вперед. Прошу вас, давайте мы поднимемся, все находящиеся в зале, поднимемся для того, чтобы молиться Господу.
молиться о том, чтобы Бог благословил новый сезон группы ученичества, чтобы Господь благословил братьев, сестер, которые будут вести группу ученичества. Давайте сейчас в молитве попросим, чтобы Бог благословил, благословил лидеров, благословил вас, благословил этот новый сезон групп ученичества. Отец Небесный, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты помогаешь нам, за то, что Ты благословляешь нас. Благодарим Тебя, Господь, за лидеров, которые взяли на себя ответственность в том, чтобы помогать людям в группах ученичества, Господь. Я благодарю Тебя за каждого лидера. Благодарю Тебя, Господь, за каждого, кто взял ответственность руководить в этот осенний сезон групп ученичества. Господь, благослови. Прошу Тебя, Господь, за людей, которые записались в группы ученичества. Я молю и прошу Тебя о том, чтобы они там научились читать Слово Твое, чтобы они научились молиться Тебе, чтобы они смогли возрастать духовно, приближаться к Тебе. Прошу Тебя, Господь, о здравых взаимоотношениях. Молю Тебя, Господь, о том, чтобы в группах ученичества оказывалась помощь, оказывалась поддержка. Прошу Тебя, благослови братьев, сестер, верующих людей, приближающихся людей к Тебе. Благослови, Отец, в этих встречах, которые будут проходить осенне-зимний сезон. Отец, я прошу и молю Тебя, чтобы Ты помог нам. Прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого. Помог нам, Господь, увидеть славу Твою, увидеть благословение Твое. Прошу Тебя, Христос, за тех, кто еще не успел записаться, чтобы сегодня, в этот воскресный день поспешили записаться, были частью одной из групп. Отец, благослови в этом. Благодарны Тебе, Бог наш, во всем. Тебе честь, Тебе благодарность, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, занимайте места. Тогда, когда вы пришли на собрание, надеемся, что вы были приняты хорошо, и каждому из вас был вручен формуляр коммуникации. Формуляр является важным инструментом в собрании в жизни Церкви Филадельфии. Посредством формуляра мы можем молиться за ваши нужды, мы можем отвечать на ваши вопросы, или же оказывать вам помощь в соответствии с теми нуждами, которые вы записываете в формуляре. Я приглашаю вас сейчас, давайте вместе мы заполним лицевую часть формуляра. В верхней части формуляра запишите вашу фамилию, имя, отчество. В графе, которая расположена в правой части формуляра, отметьте то, что относится к вам. Являетесь вы гостем первый раз или же во второй раз, или же регулярно посещаете собрание Церкви Филадельфии. Если вы являетесь гостем Церкви Филадельфии, пришедшим первый раз или во второй раз, Церковь Филадельфия гостям по почте высылает специально приготовленный подарок. Поэтому просим вас оставить ваш домашний адрес, запишите дату вашего рождения, для того, чтобы в соответствии с вашим возрастом мы могли сообщать вам о мероприятиях, событиях, проходящих в церкви. Запишите номер телефона, чтобы мы смогли удостовериться, что адрес, который вы оставили нам, является верным. Вы не обязаны оставлять нам ваш адрес, если чем-либо обеспокоены. С нашей стороны мы обязуемся, что мы не будем распространять ваш адрес, не придем неприглашенными к вам домой. Ваш адрес необходим нам для того, чтобы по почте мы смогли вам выслать специально приготовленный подарок. Поэтому просим вас, запишите улицу, по которой вы проживаете, номер дома, номер квартиры, город, район, почтовый адрес, электронный адрес и в нижней части формуляра. Если вы первый раз или во второй раз пришли на собрание Церкви Филадельфии, напишите нам, как вы узнали о Церкви Филадельфии. Если вы заполнили формуляр, отложите его в сторонку. Ближе к завершению собрания мы заполним обратную часть формуляра. А сейчас я приглашаю сюда на сцену семью Горя, Александра, Олю, для того, чтобы они прославили Господа песней. Господь одна моя отрада, надежда верная моя, от мира мне даров не надо, стремлюсь в небесные края. Чистоты к твоим ногам.
Господь предвечный, мои глаза обращены. Окончу путь земной и тревоги, и дней увенчаны борьбой. Пройдут печаль, нужда, невзгоды, их сменят радости. Господь, одна моя отрада, с ними приятно и легко, а в небо ждет меня награда, и до нее недалеко. Меня зовут Александр, и я желаю сегодня выразить вам свою радость, что вы находитесь здесь, на этом месте, потому что вы избрали прийти сюда для того, чтобы узнать нечто новое из того, что говорит Библия, что желает сегодня каждому из нас сообщить Господь через Слово Его. Также я рад, что с нами есть те, кто находится возле своих телевизоров, либо в онлайн, в интернете, но эти люди, которые находятся и желают внимать, находить, искать новое из Библии, из Слова Божьего, будут благословлены Богом, потому что их цели являются правильными. Сегодня мы начинаем новую серию из того, что Бог готовит для каждого из нас. И эта серия, которая подготовлена сегодня Богом, подготовлена сегодня пастырями нашей церкви, она раскроет нам те приоритеты, которые должны быть у верующих людей. Хочу с самого начала вам задать вопрос. Вы меня слышите? Или плохо слышите? То, что буду говорить сегодня, я не является какими-то выкладками умственными, либо логическими заключениями.
Вы меня слышите? А так? Так лучше, да? Хорошо, тогда я буду говорить в этот микрофон для того, чтобы вы могли меня слышать лучше. Итак, сегодня мы будем говорить о приоритетах, о том, что для нас является важным в жизни, мы определяем с самого нашего детства. То, что является важным, необходимым, то, что нам нравится, мы этим пользуемся. И некоторые из нас оставляют эти ценности до конца своей жизни. Некоторые от них отказываются, принимают в свою жизнь новые ценности и желают дальше жить, обладая именно этими ценностями. И то, почему мы предлагаем вам, вашему вниманию, эту презентацию нашей церкви о приоритетах или то, что является нашими ценностями, является с единственной целью. Потому что мы желаем, чтобы наши гости, те, которые вышли сегодня из своих домов, пришли сюда, наши партнеры, люди, которые вместе с нами служат людям, служат Богу, знали нас изнутри. Любые организации, которые в этом мире существуют, они стараются свою основную цель немножко прикрыть, оставить ее такой, чтобы не всем было понятно, к чему же она стремится. Не потому что это плохая цель, но человека необходимо привлечь чем-то, для того, чтобы он был частью этой компании. Но мы отличаемся от организаций тем, что мы хотим, чтобы вы знали о нас изнутри. Поэтому мы хотим сегодня раскрыть перед вами эти ценности, которые Церковь Филадельфия имеет внутри себя. То, ради чего она существует, то, почему она делает то, что она делает. И знание того, что мы делаем, поможет вам определиться, осознать, понять, сделать вывод, правильно ли вы делаете то, что являетесь частью этой церкви. Кроме этого, есть еще одна причина. Каждый из нас, имея какие-то ценности, выбирая некоторые ценности в своей жизни, выбирает их таким образом, чтобы эти ценности его не подвели, чтобы они на самом деле были ценностью и оставались ею долгое-долгое время, желательно всю жизнь. Так вот, рассуждая об этом, раскрывая это перед каждым человеком, мы также хотим, чтобы каждый из нас смог сделать вывод, что Богу можно доверять, что этому, к чему нас призывает Бог, можно доверять и использовать для того, чтобы наша с вами жизнь была успешной. Как вы знаете, все то, что мы здесь представляем, мы не стираем, не забываем, но выставляем на нашем веб-сайте, на котором вы сможете просмотреть повторение. Итак, то, о чем мы будем сегодня говорить в первую очередь, это первая ценность нашей церкви. Мы ценим Иисуса. Он является приоритетом нашей жизни, нашей домашней, церковной, там, где мы находимся и что мы делаем. В первую очередь мы ценим Иисуса. В нем заключается наш наивысший приоритет. И это является одной из первых, точнее, первой из тех семи ценностей Церкви Филадельфия. Мы ценим Иисуса. И если мы будем говорить о наших ценностях, то давайте мы отвлекемся от того, чтобы вспомнить, в чем же заключаются ценности людей в общем. Вне этих стен, наших соседей, наших друзей, близких, коллег, в чем заключаются ценности этих людей? Многие люди ценят вещи. Материальное, то, чем они обладают, заключается или является их целью в жизни. Некоторые люди ценят других людей, называя их
кумирами, почитая их, беря с них пример и ставят их во главу своей жизни. Таким образом, мы понимаем, что, анализируя себя, видим, что каждый человек внутри себя имеет, обладает некоторыми ценностями. Мне было интересно, каков же тот человек, который ценностей не имеет? Вот представим себе такого индивидуума, у которого вообще нет никаких ценностей. Я думал об этом, размышлял, пытался сделать какие-то выводы, и, к сожалению, я ничего не смог умозаключить, то есть вывести. Каков этот человек и что с ним происходит? Тот, у которого вообще нету ценностей. Я обратился к поисковым системам, которые выдали для меня только один результат о том человеке, который, в принципе, в своей жизни не имеет ни одной ценности. Этот вывод был следующий. Этот человек медленно умирает. Другими словами, что наша с вами жизнь обуславливается наличием ценностей внутри нас. Поэтому мы говорим о наших с вами ценностях, поэтому мы говорим о ценностях церкви, в которую мы приходим, частью которой мы являемся. И если мы говорим, Иисус является нашей ценностью, что мы вкладываем в эту фразу? Что мы подразумеваем и какие выводы мы можем сделать из этого? И то, что понимаем мы, и то, о чем мы заявляем, открыто, без стеснения, без зазрения совести, без утайки, без никакой задней мысли. Иисус единственный, кто умер, кто воскрес и кто живет. Слава Ему за это! Это ценность, которую мы ставим впереди себя в первую очередь. Но откуда мне знать, что это правда? Ведь столько есть разных организаций, религий, мнений, исследователей. Откуда я могу знать, что на самом деле это правда? Что Иисус единственный, кто умер, умерли многие, но воскрес и до сих пор живет, жив. Знаете ли вы о том, что об этом событии, об этом в кавычках человеке существуют до сегодняшнего дня более 20 тысяч найденных манускриптов Нового Завета? Ни об одном человеке, ни об одной религии, ни об одной системе и ни об одном государстве нету столько записанных материалов. Даже самые известные древние произведения имеют в сотни тысяч раз меньше копий этих манускриптов. Таким образом, я могу сделать логический вывод, что это не был просто человек. Это не был просто какой-то гений, который смог, которому удалось создать некоторое движение в этом мире. И сделав этот вывод, я начал ему доверять. Попробовал ему довериться, поверить тому, что он говорит о себе. Почему я верю в то, что Иисус умер, воскрес и до сих пор живет. Эти задокументированные события, которые записаны в этих более 20 тысяч манускриптов, они описывают настолько широко то, что происходило тогда, что просто совпадение случайного не могло бы получиться. Если вам интересен этот субъект, вы можете поискать и найти литературу, которая подтверждает то, что было раскопано археологами, то, что было выведено математиками, то, что было
описано апологетами христианства, людьми, которым было интересно, и они хотели удостовериться на научном подходе, правда ли это или все это ложь. К сожалению, атеистов эти мужи науки сделали единственно правильный и возможный вывод. Это все правда. Кроме этого, когда мы говорим, что поверив в Иисуса, начинаем Ему доверять, в нашей жизни появляется еще нечто. Мы понимаем, осознаем, видим, что те принципы, которым мы с вами начинаем доверять, начинаем верить, они работают. Это не просто какие-то научные выкладки, которые не имеют под собой ничего живого. То, чему учит Иисус нас, является истиной, потому что это работает. Оно имеет место быть в жизни верующего человека. Поэтому, поверив Иисусу, мы изучаем Слово, которое оставлено Богом для нас. Поэтому мы настолько сильно доверяем тому, что написано в Библии, книга, которая названа Словом Божьим. И поэтому мы призываем всех людей к этой ценности ценить Иисуса, о котором написано в Библии. И поэтому мы призываем каждого человека в этой церкви читать эту книгу. И для того, чтобы это было проще, для того, чтобы это было в единстве сделано, мы договорились читать одну главу в день. Кто знает об этом? Все знают. Какую сегодня главу читает наша церковь? 11 глава Иисуса Навина. Глава, которая описывает интересные события в жизни того народа, о котором мы сегодня с вами молились. И для того, чтобы вам было понятнее, о чем мы там говорим, что мы делаем, почему мы читаем эту единственную главу из Священного Писания в один день, мы хотим найти, что в этой главе записано такого, за что мы можем благодарить Бога. И что там написано такого, о чем можем мы попросить Бога или чему мы можем научиться. Для того, чтобы это было организовано и систематизировано, каждый из вас в прошлые воскресенья получил вот такие тетради. Есть они у вас? Тетради, в которых мы с вами записываем эти мысли при чтении этой главы. Если у вас еще нету ее, вы можете поднять руку, и наши с вами служители помогут вам получить эту тетрадь. Выше, 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 чтобы все могли увидеть, у кого еще ее нету. Есть, да? Уже почти у всех эти тетради есть. Хорошо. Так вот, если вы откроете эту тетрадь на первой странице, точнее на странице 3, открыли все, кто ее имеет? Здесь есть число 1 октября. В которых и записано, это наша сегодняшняя текущая глава. И сейчас я не буду читать всю эту главу, но хочу просто вам прочесть то, что записал я на основании этой главы. В этой главе описано, что Бог выполняет то, что Он пообещал израильскому народу. Бог обещал дать землю обетованную, и в этой главе написано, что эти люди вошли в эту землю. И во-вторых, Бог помогает в самых сложных ситуациях жизни. И это описано в этой главе. Как люди, которые жили в те времена, получили эту помощь. Поэтому мы, читая эту главу, видим, как переживали люди в своей жизни присутствие Бога. И это помогает нам доверять Ему еще больше.
И также в этой главе мы можем еще кое-чему научиться для себя лично, найти новые принципы, записанные в Священном Писании. Во-первых, то, что мы хотим быть послушными Богу. И поэтому эти люди получили то, что Бог им обещал, потому что они были послушны Ему. И во-вторых, научиться надеяться на Него. Каждый из вас, каждый из нас, кто находится в этом зале хотя бы раз в своей жизни, но сталкивался с сложными ситуациями в этой жизни. Правда? Если я попрошу поднять руку того, кто ни разу не имел сложных ситуаций в своей жизни, я думаю, что не будет ни одной руки. И что интересно, если вы сможете сейчас вернуться мыслями обратно в эту ситуацию и вспомните, что вам больше всего не хватало, вы увидите, что не хватало внутренней поддержки, того, что могло вас поддержать, потому что то, что случилось, это были обычные житейские дела, но не хватало того упования и доверия на Бога, которое приходит с этой верой в Иисуса. Итак, в этой же книге, которую я вам сейчас представил, которую мы читаем ежедневно, написано следующее. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 3 стихом. Эти слова записал апостол, который был очевидцем жизни, смерти, воскресения и жизни Иисуса Христа. И смотрите, что он пишет об этом. Во-первых, самое важное, что я получил, я передал вам. Христос умер за наши грехи, согласно Писанию. Человек, который был очевидцем этих событий, которые происходили во времена жизни Иисуса на земле, сочел самым важным сообщить каждому человеку самый важный аспект, что Христос умер за грехи, согласно Писанию. Итак, многие из вас слышали о том, что существовала эта так называемая искупительная смерть Иисуса Христа. Слышали об этом, да? Что же подразумевается под этим выражением? Люди, которые не знают Бога, представляют Его себе каким-то грозным стариком, который пытается только бы найти какого-то человека, чтобы наказать его за его плохие дела. Но Иисус пришел на землю для того, чтобы, во-первых, умереть за людей. И с того дня, когда Он умер за всех людей, Бог не имеет ничего против ни одного человека. Потому что Иисус умер за грехи людей. Это было первое и самое важное в те времена, во времена после апостолов и в сегодняшние и будущие времена, что Иисус умер за наши с вами грехи. Иисус умер. Он искупил наши с вами грехи. Но снова зададимся вопросом, почему я должен верить этому? На каком основании я могу знать, что Он именно тот, кто обнулил всю мою вину, которую я имел перед Богом? Что я могу увидеть, пощупать, понять, для того, чтобы быть уверенным в этом? Тем более, что почти что все религии этого мира, они, в принципе, решают вопрос греха, то есть воссоединение человека с неким божеством. Почему именно вера в Христа является этой основополагающим аспектом того, что Он умер за наши с вами грехи? И вот почему. Вот почему я верю и предлагаю сегодня тебе поверить в это. Потому что позже в этой же книге написано следующее. Он был погребен и был воскрешен на третий день, согласно Писаниям. Иисус воскрес после того, как Он умер.
Интересный вопрос. Если Он воскрес, зачем же было умирать? Зачем эти все страдания, зачем эти все унижения, плевки, зачем эта мучительная смерть для того, чтобы потом воскреснуть? Именно поэтому, для того, чтобы мы с вами сегодня были прощены. Поэтому Он пошел на эту смерть, поэтому Он пострадал ради каждого человека, чтобы он обрел спасение, примирение с Богом. И именно этот факт, Его воскресение, доказывает то первое, что Он умер за грехи человечества, для того, чтобы искупить и примирить нас, людей, с Богом, Творцом этой вселенной. И Иисус воскрес, но давайте снова будем смелыми и зададим тот же самый вопрос. Почему я должен верить, что Он воскрес? Ведь нет такого сегодня. Мы об таком не слышали от наших отцов и матерей, от наших дедов и прадедов, но читаем о том, что Иисус Христос после смерти, Он воскрес. Был погребен не в своей могиле, и потом Его в той могиле не стало. Почему я должен верить, что Иисус воскрес? Потому что в книге Библии описываются слова, дела, жизнь достоверных свидетелей этого воскресения. Вы думаете, ученики, Его ученики поверили Его воскресению? Нет. Они, те, которых мы называем сегодня апостолами, они также не поверили тому, что Иисус воскрес. Представьте себе просто ситуацию. Вы отдали свою жизнь, посвятили какому-то учению, вы проходили с этим человеком года напролет и делали дела, которых он вам давал делать. Он обещал очень многое и восстановление Царства Божьего на земле. И вдруг этот человек умирает позорной смертью на кресте. Эти ученики были разрушены морально. Все, во что они верили эти последние года своей жизни, все это разрушено. Все, на что они надеялись все эти года и чем жили в своей жизни, все это аннулировано. Их учитель умер. И приходят женщины и говорят: «Он воскрес! Он воскрес!» Что было в разуме Кифы или Петра? Ведь он ему явился, он явился Кифе, и потом 12 ученикам написано в следующем стихе этой книги. Он им явился, и их измененная жизнь сегодня показывает тебе и мне о том, что это правда, он воскрес. Они не верили, но когда увидели его, поверили. И то, что они делали дальше, сегодня доказывает нам эту истину. Двое из них шли из Иерусалима в другой город и провели с Иисусом воскресшим целый день и не узнали Его. В Библии описана эта ситуация, когда люди были разочарованы и разбиты, и только к концу дня они поняли, что это Он. Некоторые люди были настроены на более скептически. Вы, наверное, слыхали об имени Фома. Мы еще любим называть его Фома как? Неверующий. Он был самым большим скептиком из тех 12, сказав, что пока не положу свои пальцы в его раны, я не поверю, что это он. И что было потом? Иисус сказал: притронься и будь верующим, но не неверующим.
После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли, писал апостол в этом послании коринфянам. Эти очевидцы, которые рассказывали всем, которые записывали свои переживания и сегодня говорят людям: «Христос воскрес! Иисус воскрес!» Более 500 человек видели Его воскресение, были живыми свидетелями этого события. Поэтому мы знаем сегодня, что Иисус жив, что Иисус живет, что Его воскресение достоверно. И поэтому мы говорим всем людям: Христос воскрес. И поэтому люди отвечают: воистину воскрес. И теперь, что дает нам с вами эта вера в Иисуса? Что мы обретаем с этим, с верой в Иисуса? То крепкое основание в жизни, которое мы обретаем с этим событием, определяет дальнейшую нашу с вами жизнь. Во-первых, это касается нашего с вами стиля жизни. Как мы с вами живем? Что мы с вами делаем? Где мы с вами проводим время? Как мы живем? И второе, цели нашей с вами жизни. К чему мы стремимся после того, как поняли, что Иисус умер за нас, воскрес, чтобы подтвердить наше с вами искупление и прощение грехов, и сегодня живет, ходатайствуя за нас перед Отцом. Каковы цели нашей жизни на данный момент? И эти два основополагающих фактора, которые появляются в жизни верующего человека, сегодня в нашей церкви выражаются через следующее. Во-первых, имея в виду стиль нашей жизни, мы организовываемся в малые группы, в которых мы учимся жить тем стилем, которым жил Иисус. Мы учимся молиться, мы учимся читать Библию, мы учимся общаться, мы учимся ценностям, которые приносит Иисус в жизнь человека. Поэтому призываем, чтобы вы были частью этих групп, там, где мы с вами можем ощутить любовь, и там, где мы с вами можем отдать кому-то нашу с вами любовь. Именно поэтому на сегодняшний день 1765 человек уже записаны в 137 групп. И сегодня еще есть места, возможность, где ты сможешь записаться. Всего лишь на 3 месяца. Это касается стиля нашей с вами жизни, но цели, которые мы, как верующие люди, ставим перед собой, формируются и далее продвигаются в следующем. Мы все формируемся или распределяемся в команды мечты. Это то место, где люди могут служить своими талантами, своими способностями тем, кто приходят сюда. В этой церкви более 500 человек нашли свое место. Нашли то место, где они сегодня могут использовать свой талант, могут служить другим тем, что им нравится, и они умеют это делать лучше всего. И в этой самореализации они видят эту цель, цель возвещения смерти, воскресения и жизни Иисуса Христа. Для того, чтобы найти свое место в этом здании, в этом служении, в этой церкви, мы предлагаем каждому человеку, чтобы он принял участие в курсах личного развития. Сейчас, именно в это время, на первом этаже проходит
первый урок этого курса. Через неделю будет второй урок, третий, четвертый. Это место, где вы сможете узнать, каким образом вы, как человек, наделенный талантами от Бога, можете послужить другим вместе с нами. В этом заключаются наши с вами приоритеты как церковь, которая является и находит в себе, и имеет в себе эту основную цель, ценность Иисус Христос. Слава Ему за это. Возможно, для тебя сегодня было сказано нечто новое, и ты понял, что необходимо поверить тому, к чему призывает тебя Иисус, призывает Бог. И я приглашаю тебя сегодня принять Его в свою жизнь, попытаться поверить, довериться и сделать этот первый шаг навстречу Ему. Мы, как церковь, приглашаем каждого человека стать посвященным последователями Иисуса. И ты сегодня можешь это решение принять внутри себя. Дальше верить Ему, дальше служить вместе с нами людям, которые приходят сюда, принять водное крещение. И если есть такие люди, прошу вас сейчас взять формуляр коммуникации, который мы с вами заполняли, и на обратной стороне отметить эти решения. Первое из них – посвящаю сейчас свою жизнь Иисусу и приму водное крещение. В январе мы будем преподавать, будем крестить следующую партию или следующих людей, которые желают заявить публично о том, что они верят в Иисуса. Также, если вы желаете поучаствовать в курсе личного развития, отметьте, мы позвоним вам и подробнее объясним, куда прийти, во сколько и в чем заключаются эти уроки. Если вы же сегодня желаете быть частью одной из групп, вы здесь можете отметить. Мы также позвоним вам и поможем найти самое подходящее место, время, группу, где вы сможете также вместе с нами становиться или учиться жить по стилю Иисуса. Если вы желаете быть частью команды мечты, уже чем-то послужить, чем вы знаете, что можете, отметьте с правой стороны. В четверг здесь, на этом месте, будет служение для молодежи. Так что, если вы молодой человек или у вас есть дети, внуки, вы можете их пригласить, чтобы они сюда пришли. Если вы желаете к нам прийти из другой церкви или вы желаете поговорить с кем-то из наших руководителей, отметьте, мы свяжемся с вами и поможем ответить на вопросы, которые есть у вас. Если у вас есть другие вопросы, предложения, молитвенные нужды, вы можете их вписать чуть-чуть ниже. Мы будем молиться, молимся об этом каждое утро. Если вы сегодня принесли ваши десятины, пожертвования, либо помощь для миссионеров, вы можете их вложить в конверт, подписать их, и приглашаю теперь вас подняться и провести время в молитве. На этой молитве мы не завершаем служение. Мы споем еще вместе одну песню, после которой вы сможете передвигаться уже к выходу этого зала. Поднимаемся и давайте помолимся, чтобы Бог благословил тех людей, которые сегодня решили посвятить свою жизнь Иисусу. Великий наш Господь, мы благодарны Тебе за милость Твою, за эту возможность находиться в Твоем присутствии, служить Тебе, Господь мой, и знать о том, что Ты умер за наши грехи. И сегодня мы искуплены, Господь мой. Сегодня мы другие. Сегодня мы можем жить другим стилем жизни. Сегодня мы можем иметь другие цели, цели возвышенные, небесные. Прошу благословить тех, которые сегодня решили свою жизнь посвятить Тебе, великий Бог. Благослови их, наполни их силой Твоей, Господь мой, этой уверенностью в то, что Ты великий Бог и желаешь дальше вести их в этой жизни. Слава Тебе и хвала, великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Господу продолжается 24 часа, 7 дней в неделю. Продолжаем служить Господу и завтра, и послезавтра на протяжении всей недели. Желаем, чтобы Господь благословил вас, чтобы Бог помог вам все больше и больше познавать Его, приближаться к Нему, помог жить по воле Его. Пусть Бог благословит всех вас с миром Божьим, с нетерпением. Ожидаем вас в следующее воскресенье на этом месте. Благословляйте друг друга. Желайте мира, благословения друг другу. Пусть Бог пребудет с вами.